Всем привет! Сегодняшний видеоурок посвящен заглушке. Указательным пальцем на первую долю, на удар, делаем заглушку. Потом снова удар и делаем вдох или выдох. И чередуем выдохи и вдохи. То есть заглушка — выдох, заглушка — вдох. Во время заглушки также можно делать выдох и вдох, но звука не будет при этом. И еще можно использовать двухсторонний бой.